Китае снесли 19 зданий за 10 секунд при помощи направленных взрывов. Это произошло в городе Ухань, провинции Хубэй, в центральной части Поднебесной. Китайские СМИ сообщают, что саперам для такого ювелирного сноса целого спального района понадобилось около 5 тонн тротила. Для закладки взрывчатки было проделано 120 тысяч отверстий в несущих конструкциях зданий. Площадь снесенных 9-этажек составила 150 тысяч квадратных метров. На месте типовых жилых домов городские власти собираются построить современный деловой квартал с небоскребом высотой более 700 метров.